приветствуем. Второй из серии насосов SCAD – это у нас SCAD Sport. Этот насос мы запустили только в этом году, пока еще экспериментально, но я думаю, он приживется. Это 4-литровый насос, полностью полипропиленовая сварная конструкция. У него в ручке предусмотрено два клапана на вход и на выход. Соответственно, с одной стороны у нас выходит воздух, с другой входит. Если мы шланг перекидываем наоборот, то будет откачивать либо накачивать. Тут у нас есть такие замечательные дырочки для карабина или для веревочки, чтобы подстраховать насос на вашей лодке. Есть ручка для переноса, либо опять же для страховки на лодке. У нас в комплекте идет шланг. С одной стороны это резиновый оконечник, а с другой стороны в данном случае переходник для клапана Голубева. Тут стрелочками обозначен у нас вход-выход на ручке. Вставляем ручку, подключаем к баночке. Экспериментально на эти баночки у нас наклеены клапана для сброса давления. Все, клапан сработал. Высота сделана у насоса так, чтобы было удобно взрослому человеку. То есть, либо руками работать, либо маленькая, когда руки устали вот так. Но если чуть ниже, тогда уже спина загружается. Чуть выше мы тогда верхнее положение уже не сможем отработать. То есть, это оптимальная анатомическая высота насоса.